Ремонт дорожной сети в Ленске в этом году начнется намного раньше, чем обычно. Подрядчик по ремонту самой проблемной улицы Победы определен еще в прошлом году. Но есть и перспективные планы. О них и сегодняшнем состоянии ленских дорог расскажет Олеся Васева. Вот так вот в Ленске делают дорогу. Что, дороги делаете, да? Дороги делайте! Прославились на всю республику и за ее пределами. В сеть попал видеоролик, снятый ленчанином. На нем момент отсыпки дорожного полотна в районе пересечения улиц Пролетарской и Орджоникидзе, который был представлен как ремонт дороги. Ролик был опубликован сразу на нескольких республиканских сайтах и вызвал множество отзывов. Городской администрации на него тоже отреагировали. Как уверили специалисты, ни о каком ремонте речи не идет. Дорогу подсыпали энергетики после прошлогоднего ремонта коллектора. А самые проблемные улицы в администрации знают. Еще в прошлом году провели торги и определили подрядчика. Но ранее дождливая осень и проблемы с доставкой битума по реке не позволили приступить к ремонту. Дорожники фирмы «Арман» успели лишь снять старое покрытие. В этом году ремонт начнется намного раньше. Это подтвердил глава города. Подрядчик очень хороший. Я надеюсь, что он выйдет, как только, да, станет сухо в городе. Битум в прошлом году был завезен, сегодня весь расходный материал у них есть. И я думаю, что вот этот участок дороги по Победе, он будет, ну, точно такой же, как, ну, скажем, вот сегодня у нас улица Чапаева или улица Нюйская. Закончить работы должны до 1 июля. Этим же летом планируется начать реализацию первого этапа перспективного плана по реконструкции дорожной сети города. Проект готов на 99%. Олеся Васева, Дмитрий Вильчевский, Руслан Кириллов, Сергей Счастный. Телеканал «Алмазный край».